пятой серии сериала «Частная жизнь», которую вы сможете посмотреть в среду 8 сентября, вы узнаете о том, как Андрей напивается и врезается на машине в опору гаража. Лена вызывает семейного врача Нину Борисовну. Тимур приходит проведать Андрея и заверяет его, что дело скоро переквалифицирует на необходимую самооборону. Тимур едет в Москву, чтобы вернуть жену, а тем временем мать Гуля рассказывает ее отцу, что на самом деле происходит в счастливой семье их дочери. Лена приходит в полицию к Руслану, чтобы дать показания по поводу драки и погибшего в драке мужчины. Руслан просит ее рассказать правду о муже. Если он ее бьет, она должна написать на него незамедлительное заявление. Полицейский обещает ей помочь, но Лена все отрицает. Надя отказывается следить за Леной, и Андрей ее увольняет. Подруга Лены, Люба, приглашает Надю пожить на своей ферме.